Сезон заболеваний гриппом не за горами. В зоне риска самые незащищенные – дети. В поликлиниках республики идет прививочная кампания. У малышки Евы сегодня особенный день – первая прививка. Молодая мама Екатерина Романова считает, что прививка защитит от болезней, и делать их необходимо каждому ребенку. Моей малышке без недели 4 месяца. Я считаю, прививки очень нужны. Сегодня мы пришли на провинар с гепатитом Б. Так что делайте все прививки. Мы обязательно их будем делать все. Самый доступный и действенный способ уберечь своего ребенка от гриппа – это вакцинация. В организм ребенка вводится не живой вирус, а его фрагмент. И иммунная система быстро реагирует на это выработкой защитных антител. Мы вообще делаем все прививки. Но прививку от гриппа так, как сейчас можно, сезон, надо обезопаситься, сделали. Также у меня и старшая дочь, она учится в 5 классе, она тоже у меня привита полностью. Чтобы избежать эпидемии в пик заболеваемости, надо вакцинировать не менее 70% населения. Но по каким-то причинам некоторые не торопятся на прививку. А ведь сезон не за горами. Нам нужно привить около 20 тысяч детского населения. К сожалению, на сегодняшний день всего сделано прививок 7808, то есть это мало. Отечественная вакцина «Совигрипп» уже себя зарекомендовала. Она легко переносится детьми самого младшего возраста. Защищает от гриппа групп А и Б. Прекрасно работает. Хочу сказать, что прошлый год мы перезимовали замечательно. Вот. И хочу сказать, переносится вакцина хорошо, она не содержит консерванта, то есть можно с 6-месячного возраста ее использовать. Иммунитет после вакцины всего год, поэтому эта процедура ежегодная. Прививка от гриппа входит в национальный календарь прививок и делается абсолютно бесплатно. Для семьи Сергеевых вопроса делать или не делать прививку своим детям не возникало. Они твердо решили сделать все от них зависящее для их благополучия. У нас ни температуры, ничего нету от прививок. Переносим нормально. И в заключение совет специалиста для тех, кто все же сомневается, надо ли делать прививку от гриппа. Это единственный вирус из всех всей группы вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, у которого 2 мощных токсина. То есть один токсин нейраминидаза, который поражает нервную систему, могут быть кровоизлияния в жизненно важные органы, приводящие к летальному исходу. Вот чем страшен грипп. Поэтому надо родителям задуматься. Думать надо уже сегодня. Защитный барьер после вакцинации организм создает 2 недели. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.